Как научиться делать сальто назад? Под одним из моих видео некоторые подписчики решили усомниться в том, что Спартак может все. И, судя по количеству лайков, вам действительно интересно, получится ли у меня этот сложный элемент. Ну что, держи обучалку на заднее сальто и не забудь подписаться, потому что в следующем видео я расскажу, как сделать фляг назад. Ну что, еще вопросы есть?